Пасхальные богослужения прошли в 120 храмах округа. В кафедральном соборе Ханты-Мансийска службу возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Богослужение длилось больше 3 часов, а после него югорчане встречали благодатный огонь из Иерусалима. В главном храме Ханты-Мансийска югорчане стали собираться задолго до начала торжественного богослужения. На службу шли целыми семьями вместе с маленькими детьми. Это праздник всех праздников, торжество всех торжеств, святыня всех святынь. Это все. Для меня все. Я живу, я жду этот праздник. Это самый главный праздник. Действительно, праздник торжества, торжества жизни, торжества справедливости. Это самый светлый. Его ждешь весь год. И по мере приближения праздника настроение нарастает, вот что-то вот такое вот подкатывает. Во время пасхального богослужения священники несколько раз меняют одежду, начинают службу в белых тонах, этим подчеркивая, что Пасха – самый светлый праздник для верующих, а заканчивают в красных. Хотелось бы всех поздравить с этим величайшим событием, основополагающим событием христианской жизни на земле. Пожелать, чтобы действительно каждый человек воспользовался этими спасительными средствами, которые Господь дал нам каждому, иметь возможность получить жизнь вечную. Пасхальные песнопения прошли в эту ночь в 120 храмах Югры. На торжественные богослужения пришло больше 100 тысяч верующих. Ну, сегодня большой праздник, он объединяет людей. Вот в Нижневартовске сегодня море людей, мы ходили с внучками, осветили нас, водой хорошо залили. Все радостные, все улыбаются, то есть духовная жизнь возрождается. В Нефтеюганске на территории храмового комплекса для верующих развернули полевую кухню, чтобы после ночного богослужения они могли подкрепиться гречневой кашей и макаронами с мясом. Приход, наверное, на радость какой-то дружный, сплоченный, благодаря выдумкам нашего отца Николая. Вот эта печка, это сегодня такое, да, изюминка и украшение, да. Воскресным вечером верующие вновь пришли в храмы, чтобы встретить благодатный огонь из Иерусалима. Но сегодня он будет освещать наш дом. Сегодня я поделюсь со своими соседями, своими детьми. Этот огонь, он будет с нами. Как сможем, конечно, сложновато оставлять дома без присмотра. Но тем не менее, мы сегодня согреем, и мы счастливы. Празднование Пасхи продлится ровно 40 дней. Все это время в храмах будут звучать праздничные песнопения.